Это и расчеты за проезд у нас в коммунальном нашем транспорте, и трамваях, и троллейбусах. Конечно, новые предложения абсолютно по центрам нашей услуг предоставления. И, конечно, новая карточка горожанина. Сейчас Приватбанк предоставляет это на европейском, а может даже мировом уровне. Поэтому мы договорились, что во вторник они приезжают к нам, и мы рассматриваем все эти направления в нашем городе.